Представляем участников шестирундного поединка в первом полусреднем весе. Синий угол ринга, боксеру 32 года, рост 170 сантиметров, вес 66 килограммов 300 граммов. Провел на профессиональном ринге 13 боев, одержал 8 побед, 4 поражения и в одном бою зафиксировал ничья. Из Тюмени, Максим Чурбанов! Красный угол ринга, боксеру 27 лет, рост 179 сантиметров, вес 66 килограммов 700 граммов. Провел 16 боев, одержал 16 побед, 14 нокаутов. Потомок Тамерлана из Узбекистана, Шоксжаксон Ергашев. Рефери в ринге Евгений Горстов.
секунданты. Второй раунд. Секунданты. Третий раунд.